Автомобилистам этим летом придется нелегко. Улицу Дубровинского в районе Театральной площади перекроют с середины июня на 3 месяца. Из-за этого может стать весь центр. Там будут строить двухуровневый подземный пешеходный переход. Ширина основного тоннеля с теплым туалетом и пунктом охраны составит 17 метров. Для маломобильных людей построят лифты и пандусы. Подрядчику предстоит выкопать котлован глубиной около 10 метров. Точные сроки полного и частичного ограничения движения, а также схемы объезда определят, когда подрядчик приступит к выполнению муниципального контракта. Торги на строительство уже объявлены. Максимальная стоимость контракта – 500 миллионов рублей. А построить переход должны к октябрю 2023 года. Подземный переход является первым этапом масштабной реконструкции Театральной площади и будет выполнен в едином архитектурном ансамбле с другими объектами на Театральной площади.